предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от распространения коронавируса, получат от государства деньги для выплат зарплат сотрудникам. Об этом накануне заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Он, в частности, предложил добавить в список наиболее пострадавших от кризиса отраслей малые и средние компании, торгующие непродовольственными товарами. Деньги будут направлены на решение их неотложных задач. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса, с возможностью дистанционной подачи заявки, без очередей и спешки. Поэтому прошу правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с 1 мая. Единственное обязательное условие и требование к компании – максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.